Иногда в силу определенных причин вам требуется пользоваться какими-то интернет-ресурсами, доступ к которым запрещен либо ограничен. И есть такая вещь, как Тор. Что он собой представляет, вы можете прочитать более подробно. Здесь краткая информация, что Тор поможет вам защититься от анализа потока данных, разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес-контактов и связей, обеспечивает защиту за счет маршрутизации. Также о Торе вы можете прочитать на той же самой Википедии, что он собой представляет. Иногда вещь достаточно удобная и нужная для того, чтобы вы чем-то пользовались, какими-либо сайтами, к которым доступ запрещен. Что это обозначает в действительности? Вот, допустим, на примере рассмотрим следующий вариант. Вы набираете, я первые попавшиеся буквы взял, к примеру, NMN Club. У вас он открылся в списке найденных сайтов. Кликаете по нему, и тут произошла такая ситуация, которая на ваших экранах. Вы, конечно, в возмущении, что вообще такие сайты, как NMN Club, существовать, вы полностью в негодовании и желаете пройти им, высказаться все, что о них думаете, но не можете, потому что доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен, но вы хотите высказать им все свои претензии NMN Club. Для этого можно воспользоваться следующим ресурсом, о котором я говорил чуть выше. Это так называемый Tor браузер. Кликаем по нему, что с нами происходит. А происходит такая вещь, которая на ваших экранах. Панель управления видали, статус подключен к сети. Здесь есть определенные настройки. Я не буду на них подробно останавливаться. Они не являются чем-то сложными, чем-то невозможными для понимания. Обзор сети. Скрываем. Расширяем. Что у нас происходит? Набираем, допустим, Яндекс. Точка. Яндекс.ру. Прошу прощения, перепутал. Где же буква X или Х? Вообще забыл. Вот как назло, вот она. Набираем Яндекс.ру. Получается у нас открытие Яндекса через браузер Tor. И теперь мы набираем nmn.club. Enter. У нас спрашивают, не робот ли мы. Мы, конечно, не робот. M в объем буквы D. Кажется, КЮ и Д. Ну, посмотрим. Если неправильно набрали, снова переберем. Теперь мы правильно набрали. У нас открылся список, как и в данном, когда мы заходили на Яндекс, как россияне, у нас возникла следующая ситуация, что доступ к NMN клубу запрещен. Теперь мы войдем через программу Tor, кликаем на торрент-трекер NMN Club. Вечно ошибаюсь, да, NMN Club, а не NMN Club. Ошибка. Теперь у нас этот торрент-трекер открылся. Давайте еще посмотрим, какой у нас IP. Мой IP. Узнать все о своем соединении. Мы находимся в Париже. Вот так, с помощью Tor браузера, мы совершили виртуальное путешествие в Париж и открыли, можно сказать, злодейский трекер NMN Club для того, чтобы высказать им все, что о них мы думаем. Всем удачи!